бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владыка, прости беззаконие наше, святый, посвяти, исцели немощи наши. Имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Отче наш, же и Сыну небеси, посвятится имя Твое, да приди Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земле, хлеб наш насущный, дашь нам вниз, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. Не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, яко Твое есть Царство и Сила и Слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи Боже, Вседержитель и Отче Господа нашего Иисуса Христа, все естество и словесное, и же бессловесное Словом Твоим создал, и все от несущих вы же быть и приведы. Тебе молимся, Тебе просим, и уже Твоей воле спас, и все рабу Твои елен, очистит всякого греха, от всякие скверны, приходящих освятить Твоей Церкви, да не усужди нас подобиться, причаститесь святых Твоих тайн, и от нее рожденного трача благословен Дух. Возрасти, освяти, вразуми, целомудрю, дубо мудрости, как и привелось, и показалось ему свет чувственный, да и он многосподобится святого времени, же определилось, и запрещается святому Твоему стаду, единородным Твоим Сыном, с ним же благословенность, и с пресвятым и благим же отворяющим Твоим Духом, ныне присно, во веки веков. Аминь. Мира всем, Боже наш, Господи, и преклоните. Господи Боже наш, пришел на спасение рода человеческого, приди на работу Твою, Елену, и сподобие честным Твоим пресвитерством. Хода храма славы Твоей, мы скверну телесную, скверну душа моя, во исполнение 40 дней творения, достойное причащение честного тела и крови Твоя, яко освятись и прославися, причестное великое по имя Твое, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Господи, помолимся, Господи, помилуй. Господи Боже наш, 40-й день младения законному храму принесены от Марии Нескособрачной святые Твоя Матери, на объятиях праведного Симеона носимый. Сам Владыка Всесильный принесены ко всего младенца, и ведись от Тебе всех Творцов. Благослови на всякое дело благое Тебе благого, Ты возрасти, отгоняй от Тебя всякую супротивную силу, знамение воображения креста Твоего. Ты бы и все храни, младенца, Господи, восподобися святого крещения, получи часть избранных царства Твоего. Соблюдаем с нами благодати святые, ненасущные, нераздельные Троицы. Тебе попадает всякая слава, благодарение и поклонение, собезна Твоим Отцем и Пресвятым и Благим же отворяющим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Мира всем, благо ваше Господи, и преклоните. Боже, Отче, Вседержитель, вереглассейшим пророком Исаием предвозвестивый нам, еже от Тебя воплощение единородного Твоего Сына и Бога нашего, еже последние дни благоволения Твоим и содействием Святого Духа, спасение ради нас, человеков, безмерным благоутробием от дня младенства, честь воли и по обычаю в законе святом Твоим, по исполнению дней очищения святилища принестися пред Ты, истинный законоположник Сына, на объятиях праведного Симеона носитесь изволи, и Боже, таинство преображения предречено пророцы крещаемые, угревленные по знаку, не Божьим и вернее подражание благодати одержим, сами ныне сохраняй, младенцы Господи, благослови, отрочайся, и в купе с родителей восприемники Его, и сподобие Его время благопотребно, и водой, и духом от рождения сопрещение святому Твоему стаду словес, таковец нарицающегося ним Христа Твоего, яко Ты, Всевышний, живый, насмиренный, презирая Тебе славу, ссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи Боже наш, Тебе молимся, Тебе просим, да знаменается свет лица Твоего на рабе Твоим всем. И да знаменается крест единородного Сына Твоего в сердце и помышлениях Его, во иже бегите суеты мира, от всякого лукавого навета вражия, последуйте же повелением Твоим, и дай, Господи, не отречено прибытие имени Твоему святому, на ним соукупляем во время благопотребно святить Твоей Церкви, и совершаем страшными тайнами Христа Твоего, да по заповедям Твоим жительству и сохраним печать нерушимым, получить блаженство избранных, во Царстве Твоим благодати человека любим, единородного Сына Твоего, с ним же благословенность и с пресвятым и благим же отворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Если он будет плакать, то он может взять.
Сейчас мы начинаем чин оглашения. Это тоже очень предварительное приключение. Во время этого чина кто-то принимает страшное отрекство дьявола и своего дела крепко согласно получить. Дойдем до этого и скажем. Сейчас я учитаю молитву за третий. От лица церкви священник запрещает дьявола и вступать человека в запрещение. Поставьте эту молитву. Господу помолимся, во имени Твоем, Господи Боже, истины, единородного Твоего Сына и Святаго Твоего Духа, возлагая руку мою, на раба Твоего, Христа, сподобившегося прибегнуть Тебе, святому имени Твоему, и под кром крыл Твоих сохранитесь, оставя от него ветку и водную прелесть, и исполни мое життя, веры и надежды, любви и доразумения, как Ты есть един Бог, истинный, единородный Твой Сын, Господь наш Иисус Христос и Святый Твой Дух, даже ему всех заповедей Твоих будете угодно Тебе сохраните, и паще сотворить все человека, жив будет в них, напиши, как в князи жизни Твоей, соединение Господа, наследие Твоего, да прославится имя Твое святое в ними возлюбленного Твоего Сына Господа, же нашего Иисуса Христа и жертворящего Твоего Духа, да будут очи Твои, взирающие на Него милости Его, и уши Твои же услышали глаз, молить Его, возвесели Его мне, Духу Его и во всяком роде, Его да исповеси Тебе, поклоняйся и славы имя Твое великое и Вышнее, восхвалить Тебя во всеми живота Своего, Тебя поклонит все силы небесные Твои, слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господу помолимся, запрещает Тебе дьяволе, Господь, пришед на мире, вселяйся в человеческое, разрушает Твое мучительство и человекизм. И же на древе сопротивной силы победит солнце, померши земле, поколебавшись, громом отрезающимся, и тебе всем святых восстающим уже разруши смертью и смертью, праздни мощи державы смерти, силисти в дьявола, запрещай тебе Богом, показавшим древу живота и ставившим херовыми пламенное оружие, обращающееся с трещи, то запрещен будет. Он его тебе запрещает, ходившим и по посуху на плещу морскую, и запретившим буре ветров, и боже зрение сушит бездны, и прещи не растаивает горы, то и были не запрещай тебе нами, бойся, изыди, отступи от создания сегодня не возвратившийся, не же утаившийся в ниже досящий были действующие ни в ночи, ни в дни, ни в часы, и в полудни, но отойди в свой царь, когда же ты готова к великому дне судного, убойся Бога, сидящего на херовиме, и презирающего бездны Божий, трепещут ангели, архангелы, престол Господства, начало власти, силы многочити херовими, и шестокрылатые серафимы Божии трепещут небо и земля, море, и все оживни, и зыди отступит от запечатанного, новоизбранного воина Христа Бога нашего. Он не по тебе запрещает, ходившим, яко посуду, яко на крыло ветрию, творящим ангелы своего, палящие зыги, отступи от создания сего со всей силой, яко твоим, яко прославися, имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно во веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи, самого Божия Израиля, исцеляй всякий недуг и всякую язвь, презрит на раба Твоего, взыщи святой от жени, от него все действия дьяволя, запрети нечистым духом, и жени я, и очисти дело руку Твою, и острое Твое потребление действо, сокруши сатана под нозе его, вскоре дашь им победа на него, и на нечистый его дух, яко дал Тебе милость получив, сподобится бессмертных небесных Твоих тань, и слава Тебе во свету Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Господу помолимся, Сын Владыка Господи, сотворивый человека по образу Твоему, по подобию, дав ему власть жизни вечная, та же отпадшая греху непрезревая, устроивая человечьим Христа Твоего спасения мира, сами создания Твои сии избавляй от работы вражей, прими в Царство Твое пренебесное, отверзи Его очи мы, Сыны Его, и же зарятие в ней просвещение Евангелия Твоего, сопрези живу Твоего ангела, светло избавляющего от всякого навета сопротивлежащего, от третьего лукавого, от демона полуденного, от мечтания лукавого, и жени из него всякого лукавого. Духа прелести, духа лукавства, духа идолослужения всякого, грехоимства, духа лжи и всякие нечистоты действием по научению дьявола и сотвори его, в час словесный святого стада Христа Твоего, будь в чести церкви Твоего, Сына и Наследника Царствия Твоего, да по западе Твоего жительства, и сохрани печать нерушимую, соблюдри за нескверную, получи блаженство святых по Царствию Твоим, благодать и щедрот, и человек, любим единородного Сына Твоего, с ним же благословенность и с пресвятым и благим же творящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Крестный сейчас должны отречься от дьявола. Я буду спрашивать их прежде, что отрицаешься, сохранив, взлюбивая и прочее. Вы отвечаете отрицаться. Крестный, крестный, все вместе, отрицаются. Потом прежде, кто ответился, вы отрицаются. После этого священник говорит, иду, не буду, дьявол. Выражение. Отрицаешься сатаны, все гилы, при всех ангелы, при всех служении, при всех гордыне и Богу.
слышимся сатану, мы все делаем все так, мы все послужили, мы все готовы. Отрицающиеся сатану, все делаем все так, мы все послужили, мы все готовы. Отрицающиеся сатану. Отрицающиеся сатану. Отрицающиеся сатану. Иду не плюнем. Поворачивайтесь ко мне. Теперь буду спрашивать, принимаете ли вы Христа? Как у нас сочетаваешься. Вы отвечаете сочетаваешься. Потом сочетался, сочетался. Сочетаваешься ли? Теперь опять я буду спрашивать, сочетался? Сочетался. И поклонись ему. Мы должны говорить, поклоняйся Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице, Единому Сущему и Нераздельному. Поклоняйся Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице, Единому Сущему и Нераздельному. Благословен Бог всем человеком, хотя спастись и познание истины, прийти ныне и присно во веки веков. Аминь. Господу помолимся, Владыко Господи Боже наш, призови раба Твоего Феоктиста ко святому Твоему просвещению, исподоби его великий всех благодати святого Твоего крещения, отреши его ветхого всех благих в живот вечный, исполни его святого Твоего Духа силы, в соединении Христа Твоего, да не Твоего чада тела будет начало Твоего царства, благоволение благодати единородного Твоего Сына, с ним же благословенеси, со пресвятым и благим животворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Сейчас мы приступаем к Благословено Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Миром Господу помолимся, Господи помилуй, в Вышнем мире и спасение душ наших, Господу помолимся, Господи помилуй, помиримся по миру благостояния Святой Божьей Церкви и соединение все, Господу помолимся, Господи помилуй, мы святим храме сими, с верой, благоговением и страхом Божьим, ходящих вон. Господу помолимся, Господи помилуй, о великом Господине, Отце нашим, святейшим, Патриархе Кирилле, честнице Святой Христов, Христе Диакон, стоим всем Христе Люди, Господу помолимся, Господи помилуй, о Богохранении стране нашей власти к воинстве, Господу помолимся, Господи помилуй, о ежа святите сегодня сей силой действиями на этим святому Духу, Господу помолимся, Господи помилуй, о ежа не спасайте сей благодать избавления, благословение Иорданова, Господу помолимся, Господи помилуй, о ежа прийти на воду сей чистых ног и существенно и тратилисту, Господу помолимся, Господи помилуй, о ежа просветитесь нам, просвещением разума и благочестия на этим святого Духа, Господу помолимся, Господи помилуй, о ежа показатесь и вернайтесь, помолимся, Господи помилуй, о ежа прийти ему с разум и причастие по смерти и воскресенье Христового нашего, Господу помолимся, Господи помилуй, о ежа сохраните ему одежду крещения и прочения Духа, не свергнув порочный страх.
нашу, Христа Бога нашего, Господу помолимся, Господи, помилуй, ой, же быть и мова неси, Батюшка, Господи, оставление грехов и одежды, меня, Господу помолимся, Господи, помилуй, ой, же услышите, Господу Богу, глаз моления нашего, Господу помолимся, Господи, помилуй, ой, же избавитесь и мужа и нам от всякой скорби, гнева и нужды, Господу помолимся, Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодати. Господи, помилуй, Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу, и Преснодеву Марию со всеми святыми поминувши, сами себе и друг друга, и живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи, да сокрушаться под знаменем образа креста Твоего все сопротивные силы, да сокрушаться под знаменем образа креста Твоего все сопротивные силы, да сокрушаться под знаменем образа креста Твоего вся сопротивные силы. Молимся Тебе, Господи, да уступят от нас все воздушные неявленные привидения, да не таится в одессе тем, ниже нас не искрещающийся дух лукавый помрачение помыслов, и мятеж мысли на воде, но Ты, Владыка, всем покажи воду сей воды избавления, воду освящения, очищения плоти и духа славу, составление прегрешений, просвещение душ, бани, пути, бытия, обновление духа злого положения, дарование, деяния, не Ты, не источник жизни, Ты, борелись, Господи, измытись и чисти будете от имени лукавства душ ваших, Ты даровалась нам все шипах и рождение воду и духу. Явися, Господи, на воде сей даже притворитесь в некрещаемому, вы же умножите поэткого человека, Твоим духа похоти, прелесть, облечися же много, обновляемого образа создавшего его, да будь сразу подобие смерти Твоей крещением общники воскресенье будет, и сохранит дар святого Твоего духа, и возрасти в залог, благодать и примет почесть горнего звания, сопрещется перворождением написанным на небесе в Тебе, Бозе, Господи нашему Иисусе Христе, яко Тебе подобает слава, держава, честь и поклонение, вкупе безначальным Твоим Отцем и со пресвятыми благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Мир всем, главы Ваши, Господи, преклоните Тебе, Господи. В уме, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Отца и Сына, и Святого Духа, во исцеление души и тела, слышим и вера. Руцы Твои сотвористины и создастины. Во ежеплотите Ему по стопам зато. Крещается раб Божий Феоктист во имя Отца. Аминь. И Сына. И Святого Духа. Подашь светло одесе, светом я коризую, много милостиве Христе Боже наш. А еще кто хочет помнить, да отвяжется себе. Возьми крест. Даровавы нам недостойны блаженную очищенную святи воде, и божественную священную творящую помазание, нижнюю воду репаки родите, раба Твоего на просвященного, водой духом и вольных и невольных грехов оставлений Тому даровавы. Сам Владыка со Царю благотрогни, дары Тому печать, дары святаго всесильного поклоняем Его Твоего Духа. И причащение святаго тела честной и крови Христа Твоего, сохрани Его Твоему священнику, Твоей православной вере, избави от лукавого всех начинаний, да спасите Твоим страхом, чистоте и правде, душу Его сохрани, да во всяком деле слово благогождая Тебе, Сын и наследник будет небесного Твоего Царствия, как Ты си Бог, наш Бог, и же милоти спасать, Тебе славу ссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Становитесь, как стояли, Печать дара Духа Святого. Аминь. Печать дара Духа Святого. Аминь. Печать дара Духа Святого. Аминь.
прокимен глаз третий. Господь, просвещение мое, спасите мой, кого боюся. Господь, защитите живота моего, от кого страшуся. Господь, просвещение мое, спаситель мой, кого боюся. Премудрость к римлянам послание святого апостола Павла, чтение Боми. Братья, неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерти его крестились? Итак, мы погребены с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни, ибо если мы соединились с неподобием смерти, его то должны быть соединены с подобием воскресения. Зная то, что ветхий наш человек раскаснет, чтобы произведено тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умершие освободиться от греха. Если же мы умерли со Христом, то верим, что и жить будем с ним, зная, что Христос воскреснул из мертвых уже не умирает, смерть уже не имеет над ним власти, ибо что он умер, кто умер однажды для греха, что живет, то живет для Бога. Как вы почитаете, что умерли для греха, что умер для Бога, то Христа Иисусе, Господь нашим. Премудрость прости, услышим святаго Евангелия, мир всем. От Матфея святаго Евангелия, чтение, слава тебе, Господи, слава тебе, Боги. И душу были в головам рукой Иисус, и видевший его, поклонившись ему, обижу сомневшийся, и приступил Иисус речи в главой, дадите себе всякую власть, на небе сидит земли, шедшими учите все языки, крестящих по имя Отца и Сына и Святого Духа, учащих крести вся века заповедах вам, и все с вами, и во все дни до скончания или века. Слава тебе, Господи, слава тебе. Свечи можно на подсвечник. Господу помолимся, Господи помилуй. Избавление грехов святым крещением рабу Твоему даровавшись, паки рождения ему подавай сам, Владыко Господи, просвещение Отца Твоего в сердце его зарять, его на благовещет веру его ненаветом врагов соблюди, ни тление одежды и же одейся, ни скверну в нем, ни бластину сохрани, не руши мне в нем духовную печать благодатью Твою, соблюдая милость ему же нам, бывая по множеству щедрот Твоих, яко благословись и прославись, пречестное великолепное имя Твое Отца и Сына и Святого Духа, ныне присно веки веков. Аминь. Господу помолимся, Господи, помилуй, Владыко Господи Божий наш, купери небесное сияние крещаем, подавай, паки ради раба Твоего, на Просвященного водой, Духу миловник и неволник грехов сварений Тому даровавый, возложи на Него руку Твою державную, сохрани его в силе Твоей благости, не кратом вручение сохрани, исподоби его в жизнь вечную Твоей благогождение, ко Ты и все священие наши, Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Мир всем. Боже, Господи, преклоните Тебе, Господи, одеявайся в Тя Христа и Бога нашего. Тебе подклони с нами свою главу и Боже, сохрани непобедимо подвижника, прибытие на всю вражду носящих на небо и на ны. Твоим же нет и на лицам даже до конца победителя вся, покажи, как Твое есть, и же милоте спасатель. Тебе славу ссылаем с обезначением Твоим Отцем и Пресвятым и благим же отворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Оправдался Иси, просветился Иси, осветился Иси, помылся Иси, две последние молитвы на пострижение волос. Господу помолимся, Господи, помилуй, Владыко Господи Боже наш, и же образом Твоим почтивый человек, от души словесной, тело благолепного устроило его, и когда тело служит словесной души главу, когда высочайшее положение не множащее чувства грузилы, и запинающие друг друга власть, и же глава покрылась, и вы же не вреждайтесь и приложения воздушными, и все улыбы употребы насадивы, да всем благодарите изрядных художников. Сам Владыка с сосудом избрания Твоего Павлом апостолом заповедовал нам всем славу Твою творить и пришедших раба Твоего. Феоктиста начаток сотворить и стричь вас и главы своей благослови купись и госприемники. И даже всем поучайтесь в законе Твоим благоугодно Тебе деяти, яко милостив человек любец Бог еси. И Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Мир всем. Главы ваши.
наша, Господи, и преклоните. Господи Боже наш, от исполнения купения Твоей благости, святив в тем верующие, благослови настоящего владельца на главу его, благослови Твоей достиги, Ты, Боже, благослови и пророком Самуилом Давида царя, благослови главу, раба Твоего, феоктисты рукой и негрешных, приходяемый Духом с Твоим святым, некогда приспевая возрастом и сединами старости, славу Тебе вослед и увидит благое Иерусалима все дни живота своего, и подобает Тебе всякой славу, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу. Ныне и присли во веки веков. Аминь. Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, оставлении грехов. Рабу Божию, Игоря, Татьяну, восприемников. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о новопосвященном рабе Божию, феоктисте, уже сохранили под ним вере чистого исповедания. Во всяком году чисти же исполнение заповеди Христова, по вся дни живота его. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милости человек любит Бог, еси тебе славу ссылает. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Христе Божий, упование наше, слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. И дай Бог, чтобы жизнь его духовная, которая сейчас только начинается, она развивалась, чтобы приносила плоды одним пользу вкусом и одним близким сыном. Но для того, чтобы она развивалась, нужна сила. Сила дается в церкви, поэтому не забывайте, там тоже где даются силы для поддержания развития той жизни, которую сегодня можно его душу. Плюс это тоже особое ваше попечение каждой ситуации. Сейчас по составлению все болтаем, это уже круче, чем даже светло. Помощи можно младенца одевать уже.